Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это Наруто Боруто Ninja World Age. Что ж, давайте посмотрим, что это за игра такая. Честно, я не смотрел сериал, но мне отписывал еще Артем Мишин, типа, блин, вышло, вот флик сделай. Итак, so this чего-то. Давайте так быстренько просмотрим. Отпишите в комментариях вкратце, что это за мультфильм, потому что я, честно говоря, с ним не знаком, но игруха меня заинтересовала. Вау! А графон-то ничего такой. Итак, everyone, каждый готов? Давай, сейчас будем наносить ударчики, блин, ничего такая. Я сейчас проведу. Ага, и что надо сделать? Давай, я все прям понимаю, что ты тут говоришь. Все понятно. Ну, нормально он так базарит. Все, одного мы завалили. Понятно. На этих квадратах будут появляться наши враги. Ну давай, я понял, короче. Во. А че, блин? Я тебе сейчас на тарене, че? Дурак, он говорит еще. Хорошая работа, хорошая командная работа. Так. Он, знаете, как в Черепашках-ниндзя бежит. Что это такое? А, это типа, наверное, какой-то башни. Так. Вот пока она, короче, задом к нам. Все, отлично, завалили. Взяли какой-то сундук, который, скорее всего, можно будет открыть. Давай. Тарак, мне прикалывает, кстати, то, что он говорит. Необычно так. Ого! Вот это змея! Тебе нужен крутой скилл. Воу! Да ух ты, ё! Это было жестоко. Так, давайте-ка мы где-нибудь сбоку зафигачим. Все, завалили мы эту змею. Отлично. Погнали дальше. Блин, реально как в Черепашках-ниндзя бежит. Опа, наших пацанов оградили от нас. Теперь только есть я и вот этот чувак. Или чувиха. Сасуки из Хия. Воу, подруга. Успокойся. Чарак. Ого, это какая-то спецатака. Блин, меня прикалывает то, что какой-то дополнительный экран появляется. Вау. Клево. Пока прикольно. Мы победили. Курицу я люблю, он сказал. Так, дальше. Почему-то все на английском языке, хотя игра вышла во всем мире, насколько я знаю. Возможно, это где-то можно поменять, но не знаю. Какой-то чувак тут что-то на нас смотрит. А, это был чувак все-таки. Я, честно говоря, думал, что это девушка. Так что извините меня, а вот это по-любому справа девушка. Нет. Что-то они какие-то все бабоподобные. Download Light Version, Download All. Ну-ка, давайте загрузим все. Короче, тут нам что-то объясняют, что ли, непонятно. И внизу, как вы видите, у нас облачко такое плывет. Это идет загрузка. Как вы видите, на экране представлены два персонажа, Боруто и Наруто как раз, а также написаны их основные атаки, я так полагаю. Боруто, скорее всего, наносит удар многим целям, а Наруто атакует определенную одну цель и наносит ей максимальный урон. Итак, что это такое? База? Банк? Оу-йоу, я вас шап, машап, акачан. Так, а я могу вот как-то выбрать все-таки настройки и сделать русский язык, потому что мне как-то не совсем комфортно. Да и вам, наверное, тоже все это читать. Так, у нас здесь есть ресторан, монумент, еще какая-то штука. Так, шиноби. Что это? Прокачка, я так полагаю. О, здесь у нас, смотрите-ка, все персонажи, представленные в игре. Итак... Что-то я сделал. Ашкаримышкаляшваляша! Отлично! Теперь ты овладел, скорее всего, мастерством шиноби. Шнобель. Так, нажмем сюда. Саммон. Ага, здесь, скорее всего, нам дадут какой-то
кристальчик, где попадется еще один персонаж. Потяни за язык. Забавно, вот это сделали. И что ты мне дашь, жаба? Что за карта? Фотка Наруто? Я не понимать. Рария. Это, наверное, спецатака его. Отлично! Тебе попалась очень хорошая карта. Давай-ка мы ее применим, чувак. Summon меню. Нажимаем. Смотрите-ка, еще одна бесплатная карта у меня осталась. Давай-давай, шустрее. Шиноби лист. И вот сюда можно как раз применить это, да? Автопик. Ага, очень все понятно просто, конфирм. Короче, я все вот эти три спецатаки просто автоматически применил. А, это даже не спецатаки, это скорее всего пассивные какие-то умения, а вот атаки сами внизу. Как вы видите, так, Ninja Jar. Ох, как много процентов-то тут. Ну давай. Мы отправились в деревню, это наша деревня миссии. О, здесь есть боссы какие-то, story mission. Давай посмотрим, что здесь у нас присутствует. Ну давай, давай. Конечно же, в самом начале обучение ждет нас, и тут какая-то свинка прикольная, блин. Отпишите в комментариях, кто вообще смотрел данный сериал и как вам он. Стоит ли мне его глянуть на досуге и в свободное время, которого практически не бывает. Ну что ж, они тут как Спайдермен прям с кем-то. Это учитель был, да? Я Наруто! Я вас всех Наруто! Так. Какие-то тут демоны странные. Types. Ох, нарву я вас тут. Давай, давай, идите ко мне, да, я знаю. Ох ты, нифига, не нормально так фигачится, блин. Давай-ка супер удар какой-нибудь. Ты биться-то можешь, нет? Вот, отлично. Мне прикалывает, как он бегает. Так и разбегаешься, разбегаешься, и башку ты об стену. Эх, жаль, не получается. О, давай, 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 давайте. Идите ко мне, говнюки. Я вам всем покажу, где раки зимуют. Ну, прикольно. Мне нравится то, что здесь происходит. Графика очень приятная, яркая, необычная. Ё-моё, вы кто такие? Фунчары какие-то, блин. Нате-ка я вам сейчас покажу свои спецатаки. Трек. Злой пацан. Так. Во-во-во-во, тихо-тихо-тихо, это у нас катапульта. Дурак! Папка дурак! Вау! Свидун? У меня есть спецатаки. Критический, опа. Я надеюсь, ты меня не убил? Я сейчас тебе покажу, блин, о! Мы еще один сундучок получили. Прикольно. То есть здесь, скорее всего, можно будет собрать команду из трех персонажей. Эти персонажи, конечно же, у нас вот в этих сундучках, скорее всего, 80 фрагментов Наруто я еще получил. Отлично, что-то с ними можно будет сделать. Скорее всего, поднять на следующий ранг нашего Наруто. Наруто, вот честно говоря, не знаю. Мои извинения фанатам, если я вдруг его неправильно произношу. Шнобель опять. Итак... Ты здесь можешь, короче, просто нехило прокачаться. Давайте ескнем. Итак. И тут я становлюсь суперзвездой. Ага, поднялся я до двух звезд. Отлично. Как будто у меня прям лифчик какой-то в виде звезд появился. Просто располагались они там на уровне груди. Ну ладно, не будем, короче, об этом. Так, что тут у нас? Опять Missions. Давай, Attack Missions. Что здесь у нас? Скорее всего, можно атаковать чьи-то базы. Я так смотрю, 4 у нас ячейки. Возможно, не 3 персонажей можно брать, а больше. Так, тут ножи какие-то. Да, вау, серьезно. Так, одну завалили. Или одного. Пока все, мы достаточно быстро валим. Турели тоже зафигачили. Так, что тут у нас? О, самурайчики!
серьезно. Так, я вижу, здесь у нас какая-то катапульта стоит. Нет, я с тобой не хочу так общаться, дурак. Так, что тут у нас еще есть? Все, больше ничего нету. Ну, забавно он бегает, честно говоря. Так, ладно. Лабиринты прям, ох ты, ё. А что все так грустно-то? О, жабы появились какие-то. Дурак. Дурак. А, все понятно, надо было вот так аккуратно все сделать, блин, а не как я на шипы прям нарваться. Powerful, my fucking shit, критический урон, на! Все завалил, да, это был босс? Ну, вначале, как и в большинстве игр, у нас обучение, простые боссы, а вот дальше будет, скорее всего, сложнее. Отпишите в комментариях, кто уже давно игру скачал и докуда вы прошли. Пришлите мне скриншот в мою группу ВКонтакте, я гляну вообще, как профи играют, может быть, они меня смотрят. Ну ладно, продолжаем. Итак, ты молодец. А жаба сидит в наушниках вообще, ей пофигу по сути на меня. Либо эти наушники увеличивают сигнал, чтобы она меня лучше слышала. Expand. Yes. Скорее всего, мы что-то прокачали. Возможно, какой-нибудь свой офис. Да, я хочу все использовать, у меня же много бабла. Так, что-то, короче, произошло. Скорее всего, я прокачал свою базу. Ресторан. В ресторане вы можете зарабатывать бабосы. Все верно, а вот здесь в монументе что-то другое. Неплохо, все у меня сейчас по максималочке. Итак, что, ну что ты своим тут языком молотишь? Давай, во, повышение уровня. Выбираем, значит, персонажи. Я смотрю, у меня там и другие какие-то персонажи, оказывается, есть. Enhance чего-то там. Yes. И что сейчас произойдет? Уровень повышен. Отлично. ХП у меня поднялось и многое другое. Возвращаемся обратно в меню. В свою деревню. И что-то мне тут снова эта жаба говорит. Конечно, блин, вот это бы все пропустить. Что ты мне тут? Все, все. Я хочу вообще язык поменять уже с самого начала, блин, игры. Accept, давай получим. О, мы получили 70 фрагментов еще одного персонажа. Ага, это наши, так скажем, ежедневные задания, скорее всего. Или normal задания. Также есть... Скорее всего, и ежедневные, где можно будет валюту какую-то приобретать. Введи свой характер, блин. Я надеюсь, никто сейчас не занял, потому что часто начал замечать, что мой никнейм многие просто уже присваивают себе, блин. И в итоге приходится писать что-нибудь Flickr в FMG или Flickr Mobile Gamer, что-то в этом роде. Так, снова типс. И что у нас дальше? А, заходя каждый день в игру, мы получаем какие-то ништяки. В данном случае я получил 70 фрагментов нового персонажа, а также бутылочку чего-то еще, еще чего-то, и фейм левел у меня немножечко увеличился, но пока что остался на нуле. Ага, я думаю, что с повышением уровня у меня будут и награды расти. Все это классно, все это спасибо, спасибо, благодарствую. Но мне это не интересно. Это, скорее всего, все новости, которые касаются данной игры, то есть обновления, которые выходили в бета-тесте, и не только. Ну вот можно все это закончить. Все, наконец-то, он тут у меня что-то моргает. Давайте зайдем сюда. И мне, конечно, бы хотелось профиль, может быть, поменять. Нет. Есть где-нибудь такая штука, как Fortress. Что здесь у нас? Ошибочка. Profile Guides. Понятно. Mission все тоже ясно. Нету, короче, у нас поменять язык. Но вот эта штучка горит. И здесь, скорее всего, чат. Все верно. Ладно, писать я ничего в чате не буду. Language. Все верно. Русского нету. Ну да ладно. Что ж, на этом я предлагаю закончить. Игруха достаточно забавная, интересная. Весит она где-то, наверное, 500 мегабайт, а то, может быть, и больше.
Отпишите в комментариях, кто в курсе, я потому что игру запустил, а она у меня еще начала внутри запускать еще что-то. Ну что ж, а на этом я закончу. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!